Привет, мастер-класс. Сегодня я покажу карточный фокус, который называется Spindle Deck. Для начала я покажу, что все карты в моей колоде разные. Видели? Да? Дальше. Вы должны сказать любой момент стоп. Допустим. Стоп. И запоминайте вот эту карту. Дальше. Я сделаю магический пас. И ваша карта перейдет наверх. Дальше я разделю колонну на несколько частей. Вы должны выбрать любую зритель. Зрителей нет, поэтому выберу я, допустим, вот эту. Все. И ваша карта переносится на эту часть. Дальше мы ее возьмем, перекинем сюда, допустим. Вот она и тут будет. Дальше возьмем и перекинем сюда. Она будет и тут. Ладно, сложим все эти маленькие части колод. Дальше что мы сделаем? Опять сделаем магический пас. Щелчок. Смотрите, ваша карта опять будет вверху. Да? Дальше что мы сделаем? Мы возьмем ее, эту карту. И положим под низ. Почему мы ложим вниз, дайте опять показать, что все карты у меня разные. Видели, да? Теперь сделаю щелчок, потру карту. И все карты в этой колоде будут становиться у меня девятками. Не вашей карты. Вот такой вот фокус. Я надеюсь, что не ошибся. Выбирай ваши карты. Спасибо за внимание. Вы чем не смотрите ниже. Пока.